свадебная церемония является важнейшим событием в жизненном круге в хакасском обществе. Это и понятно, потому что именно семья является основной единицей общества и показателем здоровья нации. И именно в семье происходит воспитание и передача многовекового опыта младшему поколению. Приняв решение женить сына, родители начинают присматривать невесту. Она обязательно должна быть из многодетной семьи и из рода, который имеет хорошую репутацию. Молодые люди до свадьбы редко видели друг друга. Да, собственно говоря, даже самого слова «жених» в хакасском языке отсутствует. Молодого человека называли «оол» – парень или «кизы». А девушку называли «наапаха». Буквально это обозначало новый ребенок. И действительно, девушка входила в семью своего будущего мужа на правах нового члена семьи. А выделится новая супружеская семья спустя несколько лет после брака. На всех этапах свадьбы играли на музыкальных инструментах, исполняли национальные танцы и принимали участие в спортивных состязаниях. Все гости приходили в нарядах. Но особенно красивые костюмы были у жениха, у невесты, у их родителей и, конечно же, у свахи. Свахе отводилась особая роль, поэтому это должна быть обязательно замужняя женщина. И желательно, чтобы она находилась в счастливом браке и имела много детей. Парадной одеждой для свах служила шуба, украшенная на груди несколькими рядами радужной каймы и отличавшаяся своеобразным перехватом подула. Ее нижняя часть образовывала подобие юбки, а поверх костюма обязательно надевали безрукавку – сигедек. В костюм свахи входил особый головной убор из меха чернобурой лисы. Высокие поля шапки делались в виде кокошника с разрезом позади, а на их лицевой части нашивались полосы лисьего или выдрового меха. Необходимой принадлежностью костюма свахи был нагрудник – паго. Он украшался бисером, бусинами и кораллами. Нагрудник был связан с почитанием богини Умай, а именно эта богиня, как считали хакасы, дает новобрачным души новорожденных детей. Увидеть предметы, связанные с национальным хакасским обрядом, вы можете в экспозиции музея имени Николая Михайловича Мартьянова.